приехали в город Нотта на фестиваль цветов и посмотрим, что из этого получится. Сам город Нотта. Сегодня праздник. И где они делись, все мои товарищи, с которыми я приехала? В 1693 году произошло землетрясение, и город Нотта старый был полностью разрушен. Поэтому решили возродить новый город в то время в стиле барокко. И в данный момент этот город входит в ЮНЕСКО. Город Нотта. Больше всего нравится в путешествиях, когда ты заходишь в город в первый раз. Не знаешь, куда ты идешь и что ты увидишь, потому что на фотографиях всегда показаны только особые достопримечательности городов. А вот в таких маленьких закоулочках как всегда по утрам на завтраке сидят местные жители. Смотрят на туристов. Отдыхают. Наслаждаются жизнью. Интересно, сколько ступенек нужно пройти, чтобы подняться в этот собор? Собор Сан-Франческо д'Ассизи. Путешествуем мы всегда сами, без экскурсоводов. Хочется походить, побывать, никуда не спешишь, спокойно походить по улицам. А уже о городе можно прочитать и самим. Одинаковой форме. А, может, они тоже учатся для гвардии финансов. Ну да, наши. Да, все дворцы очень такие бело-золотые. Мы подошли к ковру, который сделан из цветочных лепестков. Да, я. Чита Динотто. Красота неописуемая, какая
сделана огромная работа. Ведь это все лепестки цветов. Следующий собор небольшой, чисто туристический такой. Поднимаемся еще дальше. Ой! Еще выше. То есть вот по таким ступенькам. Ой, мамочки. Как здесь интересно. Ух ты, как узко-то. И не каждый пройдет. Вот так раньше. Знаете, когда смотришь все первый раз, кажется все таким интересным. Много людей сюда не пускают, нас посчитали. Нас посчитали, да? Да. Приятный городок. Просто сегодня день такой туристический, фестивальный, и очень много людей. Вот это, конечно, ну как приехать посмотреть на выложенные ковры из цветов без людей невозможно. Становится жарко, хочется чего-то попить холодненького. Ой, куда-то мы пришли.
Тут что-то интересное. Мы еще не знаем, что это. А, да, дегустации. Продают какой-то фастфуд. Красавцы. Molto belle cose. Такие лавки. Красивые очень. Ma che bello! Buongiorno! Да, конечно, когда города новые, такие античные, такие интересные. Отсюда, несмотря на жару, не хочется уходить. Он же говорил, бутылья будет стоять. В винной лавке мы покупаем вино. На разлив, бочка. Где продают очень хорошее вино Нейра Давило. Именно местного разлива. Также оно есть в бутылках. То есть не именно оно. А все есть здесь в бутылках. Видно, но продукто на локале. Продукция. Посмотрите, вот кабернеты. Разные они. Нет, я думаю, что просто бочки. Две бочки. Остальные все пустые. Вот эти две бочки, которые... Я думаю, не хочет больше не наливать. Да, не хочет наливать. Цветочная аллея. Уже которая для домашних цветов. Красота какая-то, просто необыкновенная. Помидорная принцесса, или как мы ее назовем? Оставляем наш городок Нотто. Продолжаем ехать дальше.